Привет, друзья! Коты наши растут, и с каждым днем они все больше и больше хотят гулять. Хотят на свободу. А если их не пускать, то они и сами добьются своей свободы. Лень, все-таки вылез. Вот это еще немножко уже, и вот, эх, чуть-чуть бы, а, и раз. Вот это ему прямо нравится, когда уже его тискают, оттаскают этого. Котята наши все любят на руках уже сидеть, но особенно вот этот, самый большой. Ну давай, я тебя туда отправлю, в общую кучу. Пойдешь в общую кучу, а? Ну, чудо маленькое. Вот оно, чудо маленькое. Пойдешь в общую кучу, а? Ну чудо это, не хочет сидеть в коробке, даже с братьями и сестрами. Котики наши стали не просто хотеть, они стали требовать прогулки. Вот выпустить их и все. Ты посмотрите, он не хочет в коробке сидеть, а? Он только его посадишь, он начинает мявкать. Ну-ка, закрой рот свой маленький. Пока котята мучатся вот в коробочке, такая, а? Родители и кошка, и кот гуляют на улице. Вышла погулять, подышать. Да, а это вот у меня тут Артюша бродит вон. Привет, дорогой. Пойдем рыбки покушаешь, пойди. Пойдем покушаешь рыбки, пошли. Пойдем, мой хороший, пойдем. Ну, пойдемте. Пойдемте, я вас обоих покормлю. Пойдемте, пошли, мои красавцы. Вот они, красивые какие. Пошли. Вот они, мои коты. Вот они. Артюша где-то ходил, бродил опять. Грязнючий, ухопованный. Ужасно, да? Ой, как Моська соскучилась по своему коту. Кот поел и удалился. Мне вот этот сильно нравится. Этот сильно прямо нравится. Артика, я, говорит, вас знать не хочу, Артик говорит. Видели, какой грязный опять? Поел и пошел. Поел и пошел, говорит, знать вас не желаю. Это да, кот только поесть теперь заходит. Это ревность, котятам так. Вот какой у нас пузырек маленький, а? Тебе что, нравится, когда тебя тискают, да? Нравится, что ли, я как тискаю? А в коробке скучно, да? В коробке скучно сидеть, поэтому мы пищим. О, садись на голову. Садись. Как, нормально будет? О, какой у меня есть солдат маленький. Ох ты, маленький солдат, а? Вот, эти же тоже хотят, эти тоже хотят гулять. Вот какие два. А тут сразу заплакал там один в коробке. Во, эти дерутся тут усиленно. У нас, кстати, самая боевая – это кошечка. Она постоянно тут со всеми, с братьями своими кусается. Кусает их за лапы, за хвост. О, как они у меня тут висят, эти коты, а. Ну-ка, коты. Вот они, вот какие коты у нас. Коты наши готовые по столу погулять. Хоть где. Ну, конечно, на столе им неудобно, да и опасно, а вдруг свалится. А давайте их на улицу вынесем, пусть там побудут. Это будет для котят первый раз. Посмотрим, какая у них реакция на улицу. Первый раз сегодня на улице. Ну, что вы пищите? Страшно? Да ладно, не бойтесь. Вы же смелые коты. Не бойся, не бойся. Чего ты боишься? Ты же смелый кот. Кого ты боишься? Ну... Не бойтесь, страшно на улице, да? Чё ты пищишь? Ты чё пищишь, а? Что такое? Не пищите, не бойтесь никого. Пищишь, чё? Что такое случилось, а? Не надо плакать. Вот смотри, у тебя уже, видишь, не плачет. Не бойтесь вы, на солнышке чё, немножко побудьте. Ой, красавчики, а? Ой-ой-ой. Куда ты пошел? Ко мне идешь, а? Какие глазки-то, глазки-то. Ой, синие глазки. Успокойся. Мне кажется, что у котят потихонечку начинает появляться новый окрас глаз. Смотри, глазки-то. Ой. Котятам еще очень страшно, и они хотят ко мне на руки. Вот какие. Ходите, подышите воздухом. Сейчас я вас в коробку отправлю назад. Будете там сидеть и грустить. Ко мне, что ли, ты идешь? А? Бегут ко мне, прячутся, а? Синеглазочки, а? Ясно, первый раз. Страшно. Тем более рядом ни мамы, ни папы, один я. Все, замолкайте. Не надо пищать. Коты же маленькие, они же не пищат. Чего они пищать-то? Не надо пищать. Все, забираю котов на руки. Идем назад. Конечно, без присмотра котят еще отпускать никак нельзя. Но у нас есть места, где никаких машин нету. Посмотри, они как спокойно себя ведут на руках. Вот какие. На руках не боятся никого. Никого не боятся.
Давайте вот так зацепляйтесь. О, вот какие. А вот мамочка, сними мамочку, как она идет. Маруся! Вышла погулять тоже эта Марусечка. Вон и кот появился, и кот, и Маруся гуляют вместе. Вот они какие, они на руках уже не пищат. А там на землю пустил, их им страшно, маленько. И они попискивают. Это Маруся. Испугался. Это мама бегает, трактора испугалась. Да, посмотри, они как спокойно себя ведут на руках. Вот какие, на руках не боятся никого. Никого не боятся. Давайте вот так зацепляйтесь. А вот мамочка, сними мамочку, как она идет. Маруся! Коты у нас осторожные. Всяких погрузчиков побаиваются. Маруся, ты знаешь, что у тебя вот тут дети? Дети у тебя тут, а? Ты в курсах, нет? Ты в курсах, что у тебя тут вот пацаны? Папаша блудный пришел наш, Артюша. Рассматривает. Это все мои, что ли? Да, Артюша, это твои все. Это вот твои такие... А с ухом не знаю, откуда ты пришел, он разорванным ухом убежал. Он их боится. Кот наш все время держит дистанцию к котятам. Не позволяет приближаться. Смотри, за котом, глянь, за котом бежит. Смотри, смотри, смотри. Папа, папа, куда ты? Вон они как мамки идут. Вон они, о, черт. Все, ну а же первая прогулка сегодня на улице. Первый раз в жизни они на улице. А можно им еще гулять? Ну а почему нельзя-то? Что им? Ну, типа инфекции. Не, здесь какая? Здесь какая инфекция-то? Мы вначале немножко погуляли в травке, а сейчас возвращаемся и мамку встретили. Ну и кот рядом. А кот выглядывает вон из-за кустов. Воскресный кот. Мама и три кота маленьких. Папа к ним категорически не подходит и даже убегает. Он вообще малышей почему-то боится. Он и маленького щенка боялся. Убегал от него, пока тот был маленький. Сейчас, кстати, не убегает. И котят побаивается. Вот. Да. Ну-ка, давайте, коты, домой. Ну, ты их научишь мышей ловить, Артюш? Научишь мышей ловить, а? Ты же умеешь сам-то? Хотел их уже занести в помещение. Ну, раз мы встретили и мамашу, и папашу, то пусть еще погуляют. Тем более, котята совсем осмелели, и в присутствии мамы и папы чувствуют себя гораздо уверенней. Все, все, вон за мамкой. Идите за мамкой. Мамка вас слышит? Повела вас домой. Все, давай, пора уже возвращаться. Погуляли, пора возвращаться уже. Это самая первая прогулка на улице. Длинная она не должна быть. Пора домой. Конечно, котам сейчас будет их впечатление. Им в коробке будет скучно сидеть. О, родила что-то. О, тут мы встретили Ивана Степановича. Помните видео, где мамашка Маруська сандалет его обнюхивает, хочет на себя одеть. И котята его любят. Вот есть же такие люди, которых кошки просто обожают. Ну, хватит прогулки. Пора домой. Сейчас будет заслуженный долгожданный ужин. А коробочку я переделал. Сделал края повыше. Теперь вылазить еще какое-то время не будут. До новых встреч, друзья!